А сейчас, мои дорогие зрители, мы с вами отправляемся в очень интересное место, так называемое открыточное место острова Корфу и города Керкера. Рядом с аэропортом международным острова Корфу находится монастырь Влахерна и маленький островок Понтикониси, что в переводе с греческого обозначает «мышиный остров». Ну, для начала расскажу вам немножко о монастыре Пресвятой Богородицы Влахернской. Вот вы сейчас его видите. А он там справа, весь такой зеленый, это как раз вот мышиный остров. Туда мы чуть позже поедем с вами на катере. А вот на этой дамбе сидят люди, которые ждут появления самолета и делают фотографии пролетающего самолета, который на очень низкой высоте, прямо над головой, как правило, садится. Ну, наверное, иногда и взлетает. Монастырь очень маленький. Считается, это женский монастырь. Кстати, на острове Корфу, острове Керкира, есть еще и мужской монастырь с подобным названием. Тоже Богородицы Влахернской. Здесь просто царство спящих кошек. Есть небольшая такая старая собака, которая тоже вечно спит и играет с кошками. В этом монастыре очень известная в Греции находится чудотворная икона Влахернской Божьей Матери. Сюда приезжают не только туристы, но и паломники. И здесь даже проводят обряды венчания, потому что очень красивое место. Ну а видите, как самолеты здесь разворачиваются, и на очень короткой взлетной полосе аэропорта Корфу взлетают и садятся.